Вечер добрый. Вечер добрый. Это первый выпуск нашего видеоблога под названием «Пак Кабак». Мы вам объясним, как же можно простым способом улететь из России, будучи кавер-коллективом в нашем случае. Да, мы будем рассказывать про все подводные камни, с которыми мы столкнулись. Мы расскажем всю технологию, как мы нашли контракт на работу в другой стране, как мы долго все это готовили. Сейчас мы находимся в аэропорту. Все, у нас проведена огроменная работа. Мы потратили кучу нервов, потратили кучу сил, но сейчас мы в аэропорту. У нас просто дохренища багажа. Ну, у нас килограмм 270, по-моему, да. 4. Если это видео соберет хотя бы лайков, ну, давай... 15. Ладно, я просто, видимо, это... Да. Я пессимист, давайте 20. Если 20 лайков соберет это видео. Нам нужно каждому подписать контракт. Вот он контракт. Так как у нас в типографиях не разрешают печатать цветные вещи с печатями официальными, поэтому у нас распечатано в черно-белом. На каждой странице фамилию, имя, отчество на русском и английском языках. Подписи партнеров. Вот он, подписанный контракт. И вот я подписываю его сам. Я считаю, что в данной ситуации, сложившейся в России, мы в любом случае сделали правильный шаг, что мы поехали. Да, я слышал много историй про контракты, которые в итоге заключались в том, что коллектив работал за 30 тысяч в месяц. И каждый день они работали очень серьезно, они уставали. Контракты были по полгода, по 4 месяца, но тем не менее, в нашем случае главное, ребят, найти контракт, который будет подходить по всем условиям. Если есть возможность договориться с заказчиками на какие-то дополнительные условия, то лучше это сделать заранее, за месяц, либо за полтора. Сегодня 19 декабря, и когда мы сегодня пытались обменять доллары, то реально в некоторых банках приостановили валютные операции на несколько дней. В некоторых банках вообще не было валюты свободной. Даже рублей. Даже рублей. Я не знаю, может быть, это какая-то истерия, либо это какие-то спекуляции, это все сделано специально. Но, тем не менее, я знаю, что народ волнуется. Сегодня Путин вещал, 3 часа говорил. Да, я слышал. И он сказал, что нужно просто потерпеть, нужно спокойствие, нужно, чтобы все... Ничего другого сказать. Ну да. Для того, чтобы получить визу и вообще для заключения контракта, нам были необходимы совершенно неожиданные, на наш взгляд, документы. Например, дипломы о высшем образовании, либо о среднем образовании, но, допустим, диплом музыкальной школы не подошел, потому что он не считается основным профильным образованием. Мы спросили, нужен диплом музыкальной школы или диплом средней школы, если нет высшего, например. То нам сказали, диплом средней школы. Окей, ну, мы все вроде ребята с образованием, мы предоставили наши дипломы. Для заключения визы именно во Вьетнам нужна справка о несудимости. Она такая квадратненькая, делается 2 недели. То есть с этим затягивать вообще не нужно, нужно сразу ее заказать. Делается это бесплатно. Когда мы выслали сканы своих загранпаспортов, сканы дипломов, выслали свои фотографии в электронном виде, нам прислали приглашение на работу. Приглашение на работу на вьетнамском, ну, я не буду показывать. Мы летим во Вьетнам, город Ня Чанг. Это крупнейший курортный город во Вьетнаме. То есть если Сайгон, Хошимин – это их столица, то Ня Чанг – это их туристическая столица. Летим мы в отель, причем мы подписали контракт не с отелем, а с туроператором, с крупнейшим российским туроператором «Пегас Туристик». То есть, вероятно, мы будем работать не только в этом отеле. Вообще сначала оговаривалось, что мы будем работать на 3 точках. Не каждый день на 3, но мы будем мигрировать из отеля в отель. Сам «Пегас» нам предоставил перелет, то есть мы летим чартером пегасовским, мы летим сразу в нячанговский аэропорт, Камрань называется. 20 минут нам нужно будет потом еще поехать на автобусе, но вы это еще все увидите, мы будем снимать. Нам предоставили весь наш перегруз, кстати, давай покажем, это все наше. Если за это бы мы все платили, то тогда бы мы заплатили около 2500 долларов за перегруз. О, 2500 долларов. По сегодняшнему курсу я бы сдох, наверное. Контракт нам предлагали либо на полгода, либо на год. Мы
подписали контракт на полгода, мы едем по контракту работать первый раз, и поэтому решили начать с минимального. Самолет охренеть огромный. А я нажрался. Мы можем сесть в постовую часть, мы вдвоем. Дай Бог вам здоровья. Давайте, все, идем. А? Некогда объяснять. Здесь запрещено снимать, поэтому я прикрою. Good evening, ladies and gentlemen. Our flight is 2563. To come right, the flight time to come right will be 8,030 minutes. My name is Artem, I'm the chief cabin attendant today, and I would like to introduce my colleagues. Екатерина, Ирина, Альбина, Ольга, Сергей, Денис. Восемь часов 30 минут мы летели. Долетели. Здесь слегка пасмурно. Но написано, что 25 градусов. Сука, еще раз на самолете полететь, не дай боже, просто. Очень хорошее небо на. Я просто как сучка потел. Он, правда, сел не очень удачно. Дик. Хай. Генерал. У него плохое настроение. Фюрер. 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 Фюрер, ответьте нам. Прием. Хватит его дразнить, мальчики. Мы прилетели в Мчан, и я взял в аэропорту Мчана две бутылки колы. Это самые дорогие две бутылки кока-колы в моей жизни. Я заплатил за них $4. Плюс мне дали сдачу. Сейчас я вам покажу. То есть получается $1 с $5 выглядит в Мчане, в мчанской валюте таким образом. 10 тысяч домов, 60 тысяч домов. Это $1. Примерно час мозготравли на таможне. И вот, наконец-то, мы выходим из зала ожидания с вещами. А Саша натер, видимо, ногу. Прекрасная влажность. Я, как только приехал, выпил глоток колы за $2. И меня прослабило отлично в местном туалете. Прекрасное ощущение. Я уже люблю Мчан. Я думал, что я плохо разговариваю на английском языке, но оказалось, что таможенники разговаривают еще хуже. Да, другие, поэтому я думаю, что я не буду чувствовать себя здесь ущербным. Нас держали на таможне около часа. И причем не потому, что что-то не пускали, потому что мы тупо не могли объясниться. Мы не понимали, чего они от нас хотят, и мы ощущение, что они вообще не понимали, чего они от себя хотят. То давай Давида сказали... представим. Да. Давид – это представитель отеля, в котором мы работаем. Привет, Давид. Кинтяра. Крутой. Привет, я аниматор, просто не думайте, что я... Я тут кукурузу продаю. Я случайно. В итоге мы сделали краткую опись того, что у нас есть. Нам сказали, все, ребята, поезжайте, и мы едем в отель. Саша, как дела? Я пробовал палец. Я ударил ногу. Я еще не успел выйти из аэропорта, я уже покалечился. Мы тащим свои вещи. Нас выгрузили из автобуса. Мы с Сашей заселились в номер. Обратите внимание на стеночку. Саш, иди продемонстрируй. Я, значит, такой сплю. Я захожу, Саша такой садится на толкан, а я буду за всем этим наблюдать. У нас петушиный номер, и очень даже неплохо. Теперь я покажу, как у нас здесь. Две кровати, диван. Плазма, я привез комп, постоянно есть вода, пиво, кофе. Теперь вид с балкона, ребят, готовьтесь охренеть. Это наш вид с балкона. Это... Все уже охренели. Дают на прокат мотики, мы как освоимся, обязательно возьмем мотик и сгоняем, покажем вам город. Мы пришли на ужин. Жареная курица с паприкой. Жареная кура с паприкой. Вьетнамская говядина. Офигеть. А ты мне подкинешь говядины? Да, давай. Устрица. Крокодил с паприкой. Ух ты, ой, я хочу попробовать. Гриль страуса, ребят. Я хочу попробовать страус. Гриль страуса. Давайте сделаем отдельный респект нашему пьяному страусу. И скажем, что, ребят, мы здесь едим гриль за бесплатно, а у вас это стоит. Я не знаю, рис что я попробовал, не понравилось. Интересного вкуса. Во-первых, абсолютно не соленый. Давай. Первый раз ем крокодила. Тунки. Не снимайте. Да обычное мясо, белое мясо. Если бы был Саша, он бы сказал, что мы тут устроили лютое шоколатье. Вот и закончился наш первый день в Мчане. Вот и нас закончился наш первый день. Мы поужинали, мы
разместились, мы долетели. Я что-то в обратном порядке почему-то сказал. Да, все было хорошо, день был сложный. До новых встреч, подписывайтесь на наш блог. Мы обязательно расскажем много всего интересного. Будут и конкретные темы, и общие темы. И Илюха будет рассказывать о вреде алкоголя для вашего организма. Мы будем говорить обо всем.